И первое очко достается именно корейскому теннисисту. Отличная Тима, особенно учитывая тот факт, что, например, здесь Ван Хао не играл, а вот Тима свои очки рейтинговые получает. Он и это предлагает разные варианты. Кореец, и это делает его довольно непредсказуемым. Хороший ответ Тима. И он берет первую партию, 11-7, решающий рывок именно представителя Ирана, Нашада Аламияна. Также гонконгц 1-0 повел Юсих Юг. Низко над сеткой режет мячи ему. Повезло Тима, ничего не скажешь. 2-1. Уже 3-1. Здесь гол отлично играет. Какой же он упертый, этот Юсик Юг. Да, казалось, вроде... Еще одна. Здесь уже не боролся. Кореец 11-4, стороной ракетки 0-1. Юсих Юг не так хорош, как Тима, и там вроде бы не одолеть. А Тима, ну, что делать, кореец? Пытаться как-то все это сочетать. Реагирует Тима, казалось бы. Ну,
тяжело здесь победить. Каждый следующий удар Болла очень стабилен пока что Тима. Глупых ошибок вообще нет, да и просто невынужденных особо не видно. Вот здесь высоко. Заканчивается очень-очень быстро и очень эффектен Тима Болл. А, точно уже не было. Ну и тут же отличный прием. 4-2. Хотелось бы на такой стадии. Тим особо не рискует, но все-таки находит возможности для атак. Отодвинул от стола соперника Юсихик, но никак. Здорово. Попадает. Попадать все-таки, уверенно, сейчас. Почему насчет такого большого преимущества в счете? Я имею в виду по парке. Хорошая. 8-6. Не нашел в себе силы бороться. Юсихил, третья ракетка мира, очень легко обыгрывает 11-ю, 11-7, 11-4, 11-4, 11-7.